Игорь Эммануилович Грабарь – одно из самых известных имен в истории русской культуры XX века. Пожалуй, не было в ней человека более многогранного, проявившего себя в самых разных ее сферах, оказавшего личное творческое воздействие на формирование целых ее направлений. Человек искусства, науки, музейного и реставрационного дела, Грабарь в своей очень долгой жизни проявлял чудеса трудолюбия, вкладывая всего себя в то дело, которым в данный момент занимался. «Сирень незабудки» Игорь Грабарь написал в 1905 году. Эту композицию живописец увидел в подмосковной усадьбе Дугина, где он гостил у друга Николая Мещерина. Многие знаковые работы художник создал в этих местах. Особенно часто он писал тут зимние пейзажи и цветочные натюрморты. Подготовку к работе над этой картиной мастер описал так. «Я увидел на рояле корзину, на этот раз круглую, плотно заполненную незабудками, походившими на какую-то плюшевую, дивного бирюзового цвета материю. Рядом стоял в белом кувшине букет белой и лиловой сирени. Я бросил подлинный рояль еще ветку сирени и принялся писать». Игорь Грабарь передал цветы точечными мазками. За счет этого выпуклые соцветия сирени и незабудки казались осязаемыми. Черную гладь рояля и интерьер вокруг автор передал нисходящими движениями кисти. Игорь Грабарь всегда добивался, чтобы фактура мазков передавала ощущение предметов, цветовые и цветовые эффекты. Поэтому для разных картин он использовал разные технические приемы. Биограф художника Наталья Мамонтова писала, что в натюрмортах Грабаря того времени воплощен чистокровный импрессионизм. В этом направлении мастер стремился передать свои впечатления от момента в конкретное время дня. Он старался воспроизвести освещение и воздух именно такими, какими он их видел. Чтобы получить нужный оттенок, он не смешивал краски на палитре, а сразу накладывал чистые цвета на холст. Спустя несколько лет после создания натюрморт попал в Русский музей. Современники рассказывали, что картина сразу стала популярной. К ней сложно было протиснуться ближе. Вокруг постоянно толпились посетители. Полотно часто копировали живописцы. Еще до революции с этой картиной выпустили цветную открытку. Сам же Игорь Грабарь был не в восторге от этой работы. Закончив картину, он посчитал сирень незабудки слишком фотографической. Гораздо больше ему нравился натюрморт «Цветы и фрукты на рояле», который изначально попал в Ярославский музей. В 1925 году художник распорядился обменять картины. Так популярный натюрморт «Сирень незабудки» оказался в Ярославле, а «Цветы и фрукты» отправились в Русский музей. Натюрморт 1904 года «Цветы и фрукты на рояле» – первая большая удача Грабаря в этом жанре. Как и большинство произведений 1900-х годов, он был исполнен в имении Дугина. Мещерины, хозяева имения, любили цветы и в изобилии наполняли ими свой усадебный дом. Художник вспоминал: «Не помню большого длинного стола в столовой без каких-нибудь цветов в вазах. Цветы стояли, кроме того, на окнах, на других столах и обычно на рояле. Однажды принесли прямоугольную уступчатую корзинку, полную незабудок. У калитки вечно толпились деревенские ребята с пучками полевых цветов, которые всегда без остатка покупались. Кроме незабудок, купили в этот раз каких-то белых и желтых цветов. Их вставили в вазочку, и они очутились на рояле вместе с незабудками. Меня так восхитил вид этих цветов и особенно их отражение в черной крышке рояля, что я решил писать их, прибавив к ним два яблока и апельсин.
все три в цветных помятых легких бумажках и в пучке зеленых стружек из фруктового ящика. Все это приходилось на фоне двух окон, отражавшихся в рояле, из которых на одном стояли горшки с сиреневыми компанулами. Было так красиво, что если бы удалось дать хотя только намек на эту красоту, живописный интерес вещи был бы обеспечен. Я писал с огромным увлечением и со всей свободной кисти, на которую был способен, писал дня 4. Помнится, часов по 5 ежедневно. Этой вещью я был удовлетворен. Натюрморт «Цветы и фрукты на рояле» – настоящая красочная феерия. Пронзительно сине-бирюзовые незабудки в плетеной корзине. Нежная сирень и золотистый букет кувшинок с полевыми цветами в керамических вазах. Желтые яблоки, как в морских раковинах, разместившиеся на белых бумажных салфетках. И как в водорослях, запутавшиеся в изумрудной бумажной стружке. Все это цветочно-фруктовое великолепие словно несется в вихре разнонаправленных подвижных мазков, то точечных, упругих и выпуклых, то динамически длинных и вибрирующих. Ощущение изменчивой среды, полной пульсации жизни усиливает солнечный свет, льющийся из окна, фрагментарно показанного на дальнем плане. Золотистые потоки скользят по крышке рояля, покрывая пестрым узором разноцветных рефлексов и прихотливой игрой света и тени ее гладкую черную поверхность. Артистическая легкость, которой Грабарь разрешил сложную живописную задачу, была высоко оценена современниками. Александр Бенуа восторженно отмечал: «Для живописца чистая радость глядеть на великолепно удавшийся синий тон полевых цветов». В 1906 году натюрморт с успехом был показан на выставках, устроенных Сергеем Дягилевым в Петербурге, Париже и Берлине, а также в 1907 году на международной выставке в Венеции. Как-то осенью, когда все еще спали и дом был тих особой осенней дремотой, давний обитатель Дугина, подмосковной усадьбы Мещериных, Игорь Грабарь, вышел в столовую и замер. Посреди стола, в окружении хрусталя и фарфора, оставшихся после вечернего ужина, стояла ваза с пышными лимонно-желтыми хризантемами, привезенными накануне из цветочного магазина «Новый». Хризантемы – самый эффектный натюрморт Грабаря. Пышные букеты цветов представлены в хорошо освещенной комнате, будто на пленэре. Пространство наполнено воздухом, в котором тепло солнечного света за окнами соединяется с прохладой интерьера. Живописная поверхность состоит из дробных рельефных мазков, передающих вибрацию световоздушной среды. Цвет разложен на теплые и холодные тона. Отсюда зеленоватый оттенок желтых хризантем. Переливы желтых и голубых, розовых и зеленых градаций на поверхности скатерти, перламутровое мерцание ваз. Мелькание красочных мазков создает эффект изменчивой, подвижной, колеблющейся атмосферы, окутывающей изображение. Художник словно переносит эмоциональный акцент с материальных объектов на призрачные и бесплотные явления – цвет и воздух. Поэтому осязаемые в реальности предметы, стаканы, тарелки, вазы, кажутся почти растворившимися среди бликов и теней.